Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Охотомания. Сегодня будет обзор ножа от компании Кизляр Ш5 Барс. Значит, данный нож был куплен мной и подарен моему сыну. Это его первый охотничий нож. Поэтому я, когда выбирал его, естественно, ставил перед собой некие цели и параметры. Значит, нож был, должен быть классическим. Классическим я имею в виду иметь форм-фактор охотничий, но никак не милитари. В то же время должна быть довольно-таки простая сталь, чтобы она легко затачивалась. И габариты ножа должны быть ни большими, ни маленькими. Значит, данный нож полностью соответствует моему понятию первого ножа. Он выполнен из стали АУС-8. Достаточно известная японская сталь. По ней, в принципе, ничего дополнительного, наверное, сказать и нельзя. Закалка здесь произведена до уровня 58-59 единиц по Роквиллу. Мы имеем здесь достаточно толстый, но без перебора обух. Обух здесь равен 3,5 мм. Длина самого клиночка 145 мм. Длина же самого ножа у нас 270 мм. И рукояточка, выполненная в наборном стиле, 111 мм. Значит, рукоятка выполнена из кожи и из кавказского ореха. Здесь получается кожа, орех, вставки из кожи и так далее. Рукоятка достаточно удобная. Удержание ножа такое уверенное. Здесь мы имеем на клинке выступ, который позволяет брать нож другим хватом, выполнять, может быть, скажем, работы более тонкого характера. Но в то же время, вот если брать хватом вот таким сейчас, используя вот этот нижний чойл, ну, мне не совсем удобно, потому как мой палец сюда уже почти не помещается, и существует вероятность травмировать режущей кромкой сам палец. Значит, далее, что касается вот этого конструктива, значит, это понятное дело, этот болт создан для того, чтобы стягивать саму рукоятку, но его вот выпирающий фактор, ну, по мне, недостаточно удобен, потому что существуют такие моменты, иногда, они бывают, конечно, редки, но тем не менее, когда вот держа нож таким хватом, необходимо будет подбивать саму рукоятку. Вот с данным конструктивом, конечно, это будет сделать невозможно. Но тем не менее, нож получился достаточно гармоничным, достаточно интересным, вот если не сказать больше. Нож действительно такой красивый, охотничий. Поэтому и я его, собственно говоря, и выбрал как первый нож для своего сына. Что касается ножен. Значит, нож уберем в сторонку. Ножны — это отдельная история. Вот такой тип именно кизлярских ножен мне всегда нравился. Нравился вот тем мне, что нож очень уверенно в них сидит. Они очень идут, ну, практически любому ножу с таким форм-фактором. Во-первых, выполнены из очень толстой кожи, проклепаны. Вот здесь, в данном случае, здесь у нас получается 5 клепок. Естественно, ножны не разрежутся. И, в принципе, ничего с ними со временем не произойдет. И самое главное, что мне всегда нравилось в такого типа ножнах, что вот этот вот подвес выполнен из очень толстой и очень жесткой кожи. То есть, что это дает? Это дает, когда вы вешаете нож на пояс, он всегда у вас будет в вертикальном положении. Никогда он не будет у вас крутиться. Это очень удобно и очень практично. Единственный негативный момент по ножнам, ну, скорее всего, это в данном случае, там негативным, конечно, его назвать нельзя. Но, вот смотрите, раз, получается, что я вытащил нож, не расстегивая сам ремешок. Ну, здесь небольшой промах видно того, кто клепал. Можно было чуть сдвинуть сюда, и нож был бы, удерживался, вернее, более плотно. Никогда бы он
не выскочил из ножа. Но это легко очень исправить. Либо немножко переклепать, сдвинуть в сторону, либо поменять хлястик. Не суть важна. Итак, нож от компании Kizler Ш5 Барс. Всем удачи, всем до свидания.